Телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 15 июля. Я, Олег Шагнанов, буду вашим гидом в мире погоды. Всем здравствуйте. По республике местами небольшие умеренные дожди, днем грозы. В утренние часы местами туманы. Ветер северо-западный 6-11, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минимальная плюс 4, днем до 25 тепла. По центральным районам ночью 10-15, днем 23 тепла. По южным районам ночью плюс 13, днем 23 тепла. В городе Улан-Удэ преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 12, максимальная днем 23 тепла. Атмосферное давление будет расти. Из 256 государств на Земле 30 являются монархиями. Самая древняя монархия в мире, японская, существует с 509 года. Самая древняя в Европе, датская, ведущая отсчет с 936 года. Династия Романовых, если бы они правили Россией, в этом году исполнилось бы 400 лет. Что не вечно подумай. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шагнанов. Всем удачи!